Всем привет! Встречаю на кухне вас сегодня. Значит, буду готовить. У меня сегодня дежурство по кухне. Что буду варить? Сейчас буду ставить кастрюльку вон большую, которая у нас 7-литровая, борща. Папа борщ не ест, поэтому ему отдельно буду варить. Щи, наверное. Мясо надо потушить. И что-то хочу сделать под шубой. Буду делать под шубой. Сегодня такой у меня мой день. Мамский влог будет. Еще про YouTube хотела поговорить. Много вопросов задавали к последнему видео. Ответить надо. И что хотела спросить. У меня уже видите, сколько моих волос отросло. Что-то мне как-то не камильфо ходить. Хочу покраситься. Ну, не знаю, в что покраситься. Вообще, вам со стороны виднее, мне что лучше, вот светлый цвет. Но светлый у меня не получится, получится вот такой же рыженький. Ну, он не рыжий, русый, но Валера мне все время дразнит, ты рыжая. Не хочу, чтобы меня рыжий дразнил. Он какой-то шоколадный красится. Ну, не знаю, что-то мне шоколадный не камильфо. И хожу я, короче, уже вон, видите, какая... Да, у меня он такой седоватый немножко, цвет свой. Вообще так свой красивый. Но вот это только вот помыла я голову. Красивый, а потом он такой темнеет и не очень становится. Арбузные дни у меня закончились, перестала я есть арбуз, что-то он мне надоело. Мы просто холода были, сейчас у нас сегодня, наверное, самый жаркий день, прям тепло-тепло, как летом вообще. И тишина такая. Но я сегодня на улицу, наверное, так и не дойду, потому что просто некуда. Сейчас готовить буду, потом работать надо, потом еще готовить надо на ужин уже. И сижу сейчас вот на арбуз, ой, на виноград перешла. Кто еще сидит на разгрузочных днях на винограде? Он такой сладкий, приторный. Его прям много, наверное, даже не съешь. Прям аж весь рот слипается от него. И что по вопросам? Задавали вопросы, как мне удалось вот набрать такую аудиторию без, ну, без денег, без рекламы, не покупая ничего. Ну, понимаете, дело в том, что на Ютубе-то я недавно, а на других сайтах, в Одноклассниках, ВКонтакте, в Твиттере, в Инстаграм, в Фейсбук, я уже, ну, в некоторых прям совсем давно, в некоторых совсем недавно, я же парикмахер-визажист, мне где-то, притом работаю дома на выездную, вот так вот иногда выезжаю, как сегодня, там вчера было. И мне надо где-то выставлять свои, как портфолио, свои работы, чтобы набирать клиентскую базу. В общем-то, у меня вот эти сайты изначально были для раскрутки, ну, моей профессии, моих работ, чтобы просто, блин, зарабатывать деньги. Потому что жить на одну пенсию, там, мама с папой, детей, ну, как-то, я не знаю, ну, не хватает ее реально. Ребята, у меня на 8 тысяч в месяц на лекарства только. Это самые необходимые лекарства, без которых, блин, жить нельзя. Вообще не могут, вот, не можем обойтись. Плюс мы вот сейчас вот все заболели. Это вообще сколько денег на лекарства? Вы вообще, вот, как, вот, тоже хотела спросить, откладываете деньги на лекарства, там, ну, вдруг, если гриппом заболеете или еще что-то, я вот не откладываю. У меня вот есть 10 тысяч, я оставляю на лекарства, которые нам необходимы жизненно. Ну, ты же никуда не денешься, их покупать надо, как вот. Ну, вот. И вот эти сайты, когда уж я пришла на YouTube, почему, это уже, наверное, другая история. У меня как-то вот мои клиенты, наверное... Городок у нас маленький, людям, наверное, соседям, друзьям интересно было, что я рассказываю, как я показываю свою жизнь. Ну, не все же снимают свою жизнь. Вот. И, наверное, большинство оттуда. А потом взаимные подписки. Я про взаимные подписки не знала первый месяц на Ютубе, была там неделя, там две. Сами люди смотрю, друзья просятся, приглашаю, давайте вас смотреть, мы вас будем... Ну, в общем, и вот так у меня как бы своя такая команда набралась. Такое сообщество небольшое друзей, которых я смотрю и меня смотрят. Ну, все, мой борщ готов. Вот такой красивый получился. И под шубы две таких тарелочки у меня получилось. Сейчас он чай завариваю, кончился. Я черный не пью, но мама. И хотел еще ягодный.
фруктово-ягодное заварить. Сейчас борщик открою. Вкусный. Обалдеть. Правда вкусный. А папище отдельно. Он свеклу у нас не ест. Не любит. Все, сейчас чаек буду заваривать. Валера с Джейской так играет. Влюбляемся. Да? Ей не нравится. А потому что ты ее дразнишь. Хороший, хороший. Он у нее дует. А Джейске не нравится. Ты ж дуешь, ты не дуешь? А что ты делаешь? Нам не видно. Языки пока. Джейска. Мир, дружба, пряник, сухарик. Давай. Смотрит. Молодец, молодец. Давай, ладно. Две давай, ладно. Две. Нет, она что-то злится все равно. Разозлила. Дай вам. Разозлила я. Да, вот эту лавку давай. Что ты? Отгрызть на палец хочешь отгрызть. Вот это вкуснее, вот это слаще. Орешек. А, иду. Моя заварка закипает. А что она так злится, когда на нее дуешь? Нифига себе. Запах хочет вкусить. А зарница? А, все, иду, нельзя. Иду. Пойду чай заварю. Все, заварила. И черный чай заварила. И вот такой вот ягодно-фруктовый он. А это Джейскина косточка. Саще осталось. Но что-то она ее нет. Она сегодня у нас вон, даже творог не доела. Это вот кошачья еда. А это Джейскина творог. В общем, яйцо она смолотила. Ну, то он кушает, сидит. Бонька бегает. Боньку наш уже все. Кота перестала просить. Она добрая, хорошая киса вернулась к нам. Да, и вкусно пахнет. Борщик, да? Анют, как тебе? Вкусно? Вкусно. Доча, как я борщ не пересолила? Нормально все. Это сегодня, как я с мясом-то. Вот под шубу такая. Что-то захотелось. Что хотела сказать по поводу отписок. У меня много отписалось людей. Да, может, и YouTube и сам отписывает. Но, понимаете, мне хотелось контент-канала такого сделать. Но влоговый, ежедневный, такой обычный. Ну, мой день. Про детей, про готовку. Ну, что нас, девочек, волнует. Мам волнует. Ну, про все такое обычное. И почему еще убрала значки с видео? Ну, обложка видео почему убрала, спрашивают многие. Ну, потому что она такая яркая. Много очень людей приходят, подписываются. Наверное, что-то ожидают такого. Каких-нибудь поездок. Я не знаю, там, что я там за границу ездил. Куда-то там еще что-то делаю. Я ничего такого вообще не делаю. Я сижу дома, абсолютно счастлива тем, что сижу дома. Мне нравится дома сидеть, мне нравится заниматься, я не знаю, ну, готовить, гладить, обычными делами всеми. Но это моя жизнь, я ничего не могу изменить, поэтому получаю удовольствие от того, что есть. Потому что, ну, так вот сложились жизненные обстоятельства. Ну, и все мои друзья по Ютубу, все то небольшое сообщество нас, которые мы дружим вместе все, ну, тоже примерно вот в этой же сфере общаются. У кого-то детки снимают влоги, готовки. Ну, все такое обычное. И мне их интересно смотреть, потому что я сама в этом. Да, мы планируем переезд, переехать в свой дом, но когда он там еще будет, на следующий год, хорошо, прекрасно. А может, и через 2 года еще получится. Я не знаю, это все финансово зависит. Обед у нас закончен, сейчас папа, слышно, там тарелками гремит, доедает уже всех, я покормила, у меня все спать улеглись, вон, вот такой у нас диван. И когда раскладываешь, это получается 2 двухспальных кровати размером king size, 2 на 2. Вообще суперский диван, но все говорят, суперский. Единственное, что подушки вот эти вот, вон она в углу стоит. Но я же показывала их 100 раз. Никак я не поменяю. Нас уже написали мне, лучше купить формовочные подушки в этих в магазинах.
ну, по Юле где-нибудь найти и отдать портнихе шить чехлы. Так дешевле будет, чем вот кому-то заказывать для фабрики искать. Потому что что-то я никак не то, времени у меня нет, у меня денег нет. Никак вот эти все три компонента, чтобы были деньги, чтобы найти фабрику, кто мне изготовил, и чтобы у меня еще время было. Вот эти все три, за три с лишним года они никак не совпадут. А в итоге мы вот без подушек вот так вот, ну вот на таких маленьких подушечках приходится сидеть, и не очень удобно. Ладно, с вами хорошо, конечно, болтать. Поскакала я работать, а приду сейчас мяско в духовке буду делать. Курятину буду запекать в духовке утром. Я ее просто забыла. Вот реально, девчонки, вот кто снимает свой день, кто готовит, я вот так не могу. У меня, значит, тут сегодня стирается. Тут щи, тут борщ, тут свекла, там капуста. Это вообще у меня кухня. Просто мне стыдно ее показывать, когда я готовлю. Это Бородинское поле отдыхает. Ужас какой-то вообще. Короче, я сегодня мясо в духовку забыла утром поставить. Обычно я его раз ставлю. А сегодня я такая мощно думала не забыть стирку запустить. Потому что день хороший, солнечный. Обещают, на следующей неделе уже начнутся дожди. А мне постельку надо постирать. Да и вообще стирки всегда полно. Ладно, поскакала я работать. Все, я уже дома пришла. Но я уже давно пришла. Прихожу я домой, у меня все спят. Ну, Аня болеет, мама плохо себя чувствует. Настюша, она у нас что-то последнее время тоже плоховатенько себя чувствует. Короче, у нас сонное царство, даже Джессика спит. Ну, я такая пришла тихонечко, чтобы не шуметь. Я рассказывала утром, забыла мясо потушить. У меня замариновало вон мяско. Ну, курочка, грудка куриная. И утром забыла. Ну, думаю, сейчас приду после работы и поставлю. Ну и что вы думаете, я забыла? Я не спала, я сидела тихо-тихо так, чтобы никому ничего не мешать. Время сейчас уже вон 5 вечера. Мне сейчас муж с работы голодный придет. А у меня ужин не готов. Сейчас быстренько буду готовить. Но я-то сейчас быстренько засуну в духовку. Но все равно там час надо, чтобы она протушилась. Это вообще, я сегодня сейчас с Аней смеемся, я говорю, Аня, это мясо волшебное, она не хочет тушиться, готовиться. Ну все, заколдованное мяско вот на противне, отправляю его в духовку. Все, оно сейчас на 250 разогреется, буду убавлять. Духовка разогрелась, мяско мое делается, тушится. Пойду белье сниму. Это на ночь его оставлю. У меня было такое. Это у меня дни такие бывают, когда вот я прям где-то летаю. Летаю. Ладно, пошла я, летчик. Белье снимать. Заказ мне пришел, хотела показать. Шампуни заказала. Классно. Это Валера уже пришел домой. Привет, ну, привет. Скажи, как ты надо мной смеялся, чтобы я мясо не забыла. Ну, зато оно целее будет. Да? Да, ничего страшного, подождем. Кто не хочет мясо, пусть кушает плов. Ты думаешь, никто есть не хочет ночью? Ночью поедим. Короче, взяла супры вот такой, 3 пакета я беру. Осветляющий порошок. Ой, с чем уж он? С мятой, что ли? С мятой, по-моему, такой голубой. Хороший, не пережигает волосы. Для милирования взяла 12% оксид. С черной икрой. Кашемир, короче, вот хороший. Прям не сжигает волосы. Вот такой шампунь. Это Анюте. У нее немножко волнистые волосы. Масочку ей. У нее заканчивает. Себе вот такую штучку некстовскую попробовать взяла. Ой, вот состав. Ну, давай. Ну, там на стоп поставите, кому надо. Для окрашенных волос уже проверенный. Вот у меня девчонки заказывают. Вот такой шампунь. Вот от этой компании. Он прям классный. Именно вот этот. С кашемиром есть такой же оранжевый. Он не такой классный.
и Настюхе, вот этой же компании Constant Delight, с минералами берем. Ну, запах такой освежающий, ну и вообще хороший. Ой, эти дурашки опять, наверное, заруют. Да? Опять заруете? Они опять влюбляются. Ой, моя шампунь упала. Опять влюбляют, занимается, сидит. Ты опять на нее дуешь? Ой, дурашка, ждала его. Ой, она нос такая, Сонька. Валер, ее надо было назвать Соней, а не Джессикой. Да, дурашка? Ты Сонька, а? Снимай, тебя улыбайся в камеру. Где камера? Улыбайся. Улыбайся. Мне кажется, у нее хвостик растет каждый день. Все пушистее и пушистее с каждым днем. Че, она тебе массаж головы делает, да? За ухо. Ну все, мяско мое пожарилось. Немного времени прошло, но время сколько. Короче, вот такой вот у нас ужин сегодня. Немножко поздний, из-за того, что Света сегодня лечится, летает. Да, мама кушает, Анюта кушает. Такое вот мяско. Ой, тарелочку у меня уже умяли под шубой. И девчонкам тортик еще вот такой купила. С сыром макропонный он. И грецкий орех, вот такой вот шоколадненький, с прослоечкой, с белой сливочной. Вкусный. Мы уже не первый раз его берем. Прям обалденный. Все, кто кушает, всем приятного аппетита. И нам приятного аппетита, девчонкам. Спасибо. Всем пока-пока.